Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 24 ноября 2017 года. На улице холодает. Я побывал на центральном рынке и хочу немножко вам рассказать о ценах, которые я сегодня увидел. Скажу прямо, особых изменений я на рынке не заметил. То есть, например, картошка 5-5,50, 6-7 гривен. В принципе, за 5-5,50 можно купить достаточно приличную картошку. Оптом картошка продается 4,50. Лук 5-6,50, на опте 4,50. Чеснок 25-35 гривен, в зависимости от того, какой вы захотите купить. Буряк 7,50. Морковь 7-8,50, на опте по 5 гривен я увидел. Теперь капуста 4-4,50. Цветная капуста 15 гривен. Пришло время мандарин. Мандарин и хурмы. Мандарины есть без косточек, хвастаются, говорят, очень сладкие. Но несмотря на это, цена мандарин, хоть с косточками, хоть без, от 30 гривен до 49. По 49 это приличные мандарины, скажем так. Лимон 40 гривен. Помело. Последний год я стал любить эту вкусняшку, скажем так. 45 гривен. Теперь яблоки. Я видел в одном месте Джонатан 12,50. В среднем же яблоки 14-15 гривен цена. Такие цены на сегодня на центральном рынке. Пожелания, какие цены хотите видеть и видеть постоянно, в комментах, пожалуйста, я жду без проблем. Я помню о морепродуктах, я помню о рыбе. Я буду постепенно ознакомливать вас со всеми ценами. Всем хорошего настроения, всем удачи!